роскошный пас на Анхель Ди Мария. Фагнер успевает. Дибала бить надо. Исполняет. Великолепный момент Пауло Дибала. И опять в ближний к вратарю угол летит мяч. Вейвертон реагировал. Если бы он прилетел в створ, то отбил. Ну, здорово. Здорово. Вновь все делается через левый фланг сборной Аргентины. Здесь Дибала исполняет. Да, красивый момент. Ну, вот с этой точки кажется, что не так уж и очевидно спасение Вейвертона было бы. Не успевал он.